Кремль, спальня Путина. Говорят, у меня мания величия. Наполеоновский комплекс. Чушь. Этот ваш Наполеон вообще лузер. Он не умел воевать и проиграл войну. Будь я на месте Наполеона. Париж, 1812 год. Пригласите русского посла. Мы протестуем. Французская армия вторглась в Россию и захватила Москву. Ошибаетесь, менеджер. Французских войск в России нет. Простые русские мужички сами провозгласили Московскую Народную Республику. Им надоело кормить Петербург. В Москве вооруженные оккупанты, говорящие по-французски. Все приличные люди изъясняются на общепонятном французском языке. Вот, почитайте «Войну и мир». В Москве французы, они лопают лягушек. У них нет другой еды, потому что вы устроили гуманитарную катастрофу, но я уже послал в Москву гуманитарный конвой с шампанским и фуагрой. Ваши люди стреляют по нам из пушек. Нет, вы воюете с мирным населением. Недавно каратели Кутузова напали на женщин и детей под Бородино. Об этом написано в наших газетах. Это возмутительно. Сами виноваты. Зачем Россия свергла легитимное монгольское иго? А сейчас жили бы стабильно. А мне некогда заниматься вашим внутренним конфликтом. Я должен помочь Английской Народной Республике. Да, вот так и надо было делать. И тогда Наполеон вошел бы в историю как великий человек. To be continued.